Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала. Меня зовут Юра, и мы продолжаем играть в Лига Бэтмен за видеогейм. 15.6% у нас пройдено. Я испугался, у меня что-то глюки какие-то были. Ну ладно, вроде все нормально. Сами кнопки нажимались, прикиньте, да? Ага. Да, блин, уже в который раз вы мне уже в 20-й раз уже говорите, что будет автосохранение. Мне это не интересно. Мы там в прошлой серии прошли первую миссию. А, да, первую миссию. Конечно. Возвращение Джокера. Ну, погнали. На вторую. Еще вторая миссия ближе, чем первая. Я уже кнопки запомнил. Прикиньте. Как мне повезло. О, Квинцель была. А, так это баба даже, ебать. Историю не читаем. Кому надо, тут смотрю. А ты что в тюрячке сидишь? Полицай, ты что в тюрячке засел? Ух, уж эти клоуны. Что делать? А чё ты там манекена взрываешь? Это вообще здесь непонятно, кто живой, а кто манекен. Они же все равно все фигурки Лего. Какая нахер разница? То есть вот этот манекен, если он умирает, то он все равно... убийство. Но нам этого не показывают, потому что игра, естественно, для детей, да? Таких великовозрастных детей, сука, только подумать, блин, до 33 лет дожил, играю тут в Лего Бэтмена. А ничего, бывало и хуже. Ой, тихо. Сбиваем сюда. Ты что, охерел там? Пружинка. Выскакивает она мне тут. Так, тихо. Все, херячим. О, крыска побежала. Жопа крыску. А ты что там стреляешь, а? Крыски X7 дал. Ну-ка. Да, блядь. Придурок. Эти не разбиваются. Что это за херня? Хватит нахер. Ой, слушай, сваливай. Нахер мне это надо? Вообще не впилось. Что это за ле пардюр де Франсе такое тут? О, гляньте, я их через стенку выпрыгнул. Так, а давайте вот это вот снимем, дебилоиды. Так, во-первых, этих крыс. Дебилоиды не снимешь. О. Ого, вот это я круто сделал. Так. Там бомбешечки можно сейчас бомбить. Вы достали. Где эти бомбежки вообще применять? Так, эту херню можно взорвать? Ну. Можно. Хер мне это чем помогло? Вот что вот это такое. Дурачок. О! Видали? Мне это все равно хер чем помогает, потому что там
Шоу за стеклом. Ладно, нахер. Так, и эти взорвать можно, да? Ну что толку? Себе с толку. Ну взорвал и ща. Ладно, идем дальше. Да ты что? Так, здесь явно что-то собрать можно. Слышь, французик, ты уже достал. Собирай. Да откуда у вас поналетело? Как? Табакерки черти выскакивают. Все сердечки подевались. Сейчас же сдохну нахер. Бери, 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 бери. Так, и что? Ага. Это типа супер такая херня, которую можно взорвать. Ошибись. Так, ну только мы пойдем туда сходим. Да, блядь. Какого хера? Ну, что за нахер? О-о-о-о-о-о. Супер. Так, о. Сюда можно зайти. А, здесь плавательный бассейн. Swimming pool. Мне, конечно, здесь нечего делать, потому что... Но туда надо полететь. Ладно. Зря только время терял. Да, крыски? Так, а здесь управленец должен быть. Так, ну здесь, походу, это дальше бежать. Ну, похоже на то. Ладно, пойдемте дальше. Ого. Нехило ее распидорасило. Можем и назад. Да идите вы нахрен. Не стой под стрелой. Так, вот эту херню давайте взрывать. Если бы все так было просто. А там что? Угу. Самолетик, на него можно сесть. Уи-хи-хи. Давай. Все, полетели. Покатались и хватит. Так, там эти что-то там обсуждают. Так, а здесь что? Ну, что-то сверху собрать можно, но это... Что-то я разошелся, да? Так, это бэтменовская херня или... Что это такое? А, это ж какая-то... А, это... Это стекло взрывать, я понял. Так, ну-ка поворачивай давай. Я не в ту сторону стал. Ага. Расходитесь, ребятушки. Так, ну здесь нужен этот наш прыгун-бегун. Идти не можем. И можем вдруг. Чё вы все такие дерзкие, а? Давай соберу рыну.
Ну это да. Легко было догадаться. Ух ты, глянь. Не-не-не. И что это все? Только всего. Я думал, что-то покруче будет. Так, давай-ка ты нам нужен. Собирай тут. Там, гляньте, какая херня. Уже ползет. Иди помогай, сукин ты. Якин. Так. Здесь явно тоже что-то будет. На сборы. Ага, отсос. Это за говно. Вот эта вещь. Вот это я понимаю. Так, ну это нам туда надо идти. Как бы. Я знаю, что там назад можно вернуться, что-то сделать. Но мне что-то лень. Так, ну-ка там стеклышко побьем. Че не бьется-то? Ну, так бы сразу. Так, здесь, короче, отсос. Я понял. Блин. Хорошо. Откуда вы появились? Демоны. Хрень демоны. Так, еще один отсосик. Это взрывается. Конечно. Это, к сожалению, нет. Ну, пойдем там еще поморозим. Вы охерели. Они такие думают тоже, наверное. Да, да он охренел. Так, собирай. Походу тут разбивают все подряд. Конченый. Нихера мне. Вот там можно еще подразбить. Ага. Короче, сейчас такой качественный отсос сделаем. Ай, хорошо. Здесь вот это вот что такое интересно. Ну-ка. Ты какой-то, наверное, дудундунчик должен быть. Че, 10 только? А, вот эти вот можно еще позбивать. Давай же. Понту мало. Мучей немного. Зато можно 100% насобирать. Ой, достали. Своими этими. Бум-бум-бум. Что собрал? Сколько там? 24. Здесь с запасом дают. Явно. Иди отдавай эту херню. 35, нихера себе. Норм. Читаю Бэтменом бегать. Ух ты, дурачок. Чё ты спрыгиваешь?
я туда хочу. Туда не залезешь. О, залезешь. Вот это вещь. Вот это я прокатился. Ты мог подумать, да? Так, что это такое? Да говно какое-то. Собираем. Здесь, короче, управлятель нужен. Да ты достал там стрелять в спину. Здесь тебя крысёныш учили. Бляха, крыс понабралось. Дебилов. Откуда вы берётесь? Как будто плодит их кто. А я что, в прыжке не могу бить? Могу. Вот так вы. Во. Все, теперь можно не париться, короче. Так, дальше. Вон опять это ты хихи. Засмеешься ты у меня. Лабуду эту разбиваем. Гляньте, что там. Охереть у них. Ловыс, бляха. Харли Куин. Куин! Так, еще и просто тумаков надавать. Сюда иди. Мразь. Хер найдешь. Ладно, я пошел. Нет, не так. Не так. Ты чмо убегает, вы понимаете? О! Говно. Так, я все-таки хочу раздолбать эту хрень. Мало помогло. О! Я ж придумал. На, получи. Ой-ой-ой, что это я на кислоту стал? Ой, дебилой. Еще уворачивается? Уворачивается, тварь. А, это просто вот так вот надо делать, ё-моё. Да. Короче, просто тупо бить. Да блять. О. Мистер Пружинка. Как я могу этого спасти? Не могу. Если бы вдвоем здесь играли, так мы бы просто с двух сторон бы зажали и все. Вот так вот, майся вот это.
вплотную не подойду, не буду бить просто. Блять. Конченый босс. О, поджопника. Дебильный босс вообще, говно полное. А, так оно еще типа устает бегать. Я понял. Ну хорошо, хоть здоровится поднаберем. Эй, чмо, дай здоровится, твою сука, дивизию. Просто нужно бежать, пока оно не устанет. А ну нихера не устает. Оно что-то новое придумало. О. Короче, оно уже устало, блин. Уже и своих дружков вызывать не хочет. Не, ну дебильнейший босс вообще. Все. Готов. Чмошник. Ну, чмошница, кажется. Шось-шось. Это еще не все. Что вы там вытворяете? И дебилоги ты. Крокодилом мочит там же. Вот так вот надо. Крокодилом надо убивать. Развели тут цирк. Ну давай, гудбай. Чувачела. Все, уровень пройден. Давай, давай, назад, 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 назад. Назад, 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 назад. В пещеру, конечно, улетаем. Ну, естественно, думаю, особо не будем тянуть. На этом серию закончим, надеюсь. Понравилось. Спасибо за просмотр. С вами был Юра. Всем самого наилучшего. Пока-пока.